пьете эти таблетки уже какое-то время, и значит, они являются антидепрессантами, то есть по сути немножечко искажают ваше сознание. Вот, но немножко, не стоит думать, что это прямо очень сильный эффект они дают. Кстати, почему вы пили антидепрессанты? Кто вам их прописал и что у вас произошло? Что с вами было? Почему вы начали принимать антидепрессанты? Вот. И, собственно, по какой причине решили закончить прием таблеток? Значит, понятно, что антидепрессанты, они влияют на сознание так, что сознание становится более проясненным, более четким, более целеустремленным. И какие-то переживания, которые у вас, например, были раньше, какие-то мысли, какие-то подсознательные процессы, бессознательные процессы, которые очень часто бывают у человека, они оказались подавлены. И сейчас, когда вы антидепрессанты принимать перестаете, то переживания ваши, а именно работа бессознательного, что было раньше подавлено препаратами, теперь активизируется и работу свою возобновляет. Вследствие этого у вас и появляются сны, появились сны более яркие. Я бы рекомендовал вам в терапевтических, профилактических целях поработать с психоаналитиком, который бы ваши сны проанализировал, чтобы понять, что они значат, чтобы провести с ними работу и выявить ваши желания. Вот ваши собственные желания такие, как они есть. И это поможет вам избежать ненужных противоречий в своей жизни. Это поможет вам избежать болезненных моментов, которые у вас могут быть. И это позволит вам понять, чего вы хотите, чего вы желаете по-настоящему. Но следует учитывать, что психоаналитическая работа довольно длительная. Вот, и требуется время для того, чтобы ее провести. Поэтому, если у вас есть желание, время и средства, вы можете в этом направлении поработать. В частности, у нас есть эксперты, которые могут вам дать толкование ваших снов, если вы хотите.
И на основе этого понять, что вас действительно беспокоит, какие глубинные проблемы вас мучают, бессознательные. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!